Аллею Дружбы еще не открыли, снимать нам особо нечего. И поэтому мы выходим за рамки ЮСГУ. И сегодня мы находимся на совершенно новом для Курска проекте «Стань танцором», в котором принимают участие как профессиональные танцоры, так и известные личности нашего города. Сегодня первый тур нового танцевального проекта по социальным танцам. Это наш проект «Стань танцором», потому что в этом году нашей студии исполняется 5 лет, и мы решили отпраздновать ее масштабно, показать всем людям Курска, что социальные танцы, которые мы танцуем, хастл, бачата, сальса, аргентинская танго, это танцы, которые может танцевать абсолютно каждый человек. Что для вас было самое сложное сегодня, сейчас? Самым сложным было не понравиться. Сегодня здесь были ваши ученики. Вот первый тур. Испытываете гордость? Да, безусловно, потому что ребята сделали все на максимуме. То есть то, что мы от них хотели, они воплотили здесь на 100%. Ваши впечатления сошлись с ожиданиями? Да, абсолютно. То есть это то, что я хотела, это просто супер. Может, ты что-то хочешь сказать своему партнеру? Там не опаздывай, приходи. Нет, я хочу сказать спасибо. Ты очень круто станцевал. Молодец. А можно один экспресс-урок, к примеру, бачат? Да, конечно. Будет ли второй сезон данного проекта?